Добрый день, дорогие коллеги! Сегодня я хочу показать вам, как мы можем еще работать на бесплатных досках объявления. Итак, вот сайт «Из рук в руки» — это российский сайт, да, Москва. Вот, но здесь можно выбирать другие города России. Выбираем сразу что-то покрупнее. Итак, нажали «Бесплатно дать объявление». Вот здесь выбираем город, например, Петербург. Вот, выберите категорию «Другое». Дальше напишите текст объявления. Вот шаблоны объявлений попросите у своих спонсоров, кто у меня, обратитесь ко мне. Вот, кто у Людмилы Климановой, у Людочки спросите. Вот, тоже, где видите какие-то хорошие такие шаблоны, что они вас как-то цепляют, вы сразу себе сохраняйте их. У меня есть вот такой документ. Я вот сюда все, что мне нравится, все сюда скидываю. Вот сейчас мы найдем шаблончик. Вот такое. Требуются сотрудники для работы в сети интернет, обязанности размещения рекламных статей, обработка входящей почты, ответы клиентам по заданному шаблону, сбор информации в сети. Ну, допустим, нам вот это вот не надо. Имеется бесплатное обучение. Предоплаты нет, то есть, или можно написать «нет вложений». Занятость не более 4 часов в сутки. Время выбирайте самостоятельно. Уровень вашего дохода 14-17 тысяч рублей. Дальше больше. Это не финансовая пирамида, не рулетка, не серфинг и прочая ерунда. Ну, в общем, так можно. Это можно, в принципе, убрать, ну, по вашему желанию. Так. Все, берем объявление. Ctrl-C. Идем на шаблончик. Ctrl-V. Вот так требуется. И здесь оно сразу будет выкидывать вот первые строчки, поэтому можно здесь прям как... Здесь нету отдельно для заголовка. Вот. А будут первые предложения использоваться в начале, поэтому можно написать «Работа из дома», «Удаленно». Все. Немножко вот так раскрасим. Обязательно добавляйте фотографии. Фотография тоже очень увеличивает посещение именно вашего объявления. Так, что нам тут выбрать? Например, вот такое. Если вы готовы много работать, мы готовы много платить. Тоже, где, если видите интересные объявления, сразу же все. И здесь вот телефон. Если вы в России, давайте российский телефон. Вот. Если не хотите, чтобы вам звонили, не давайте. Просто чтобы писали. Ссылка на сайт, ну, если есть, но она будет видна только если объявление платное, поэтому смысла пока здесь, если вы делаете бесплатно, нету. И какой-то один email выберите. Вот, сейчас я уже вот так. То есть, смотрите, я здесь уже была зарегистрирована, поэтому я ввожу только email и пароль. Если вы не зарегистрированы, вот просто вы здесь придумываете email и пароль, и все, и дальше проходите. Так, прошло или нет? Так, другое выберите как категорию.
Вот еще здесь они не написала, ближайшее метро нету, цена от 16 тысяч рублей, состояние. Так, что-то у нас. Вот, работа и образование. Сейчас еще раз повторим. Поиск сотрудников. Выберите категорию. Смотрю, что что-то не так. Удаленная работа. Работодатель. Я здесь ничего не пишу. Ну вот, я не пишу, что здесь Арифлейм, например. Ничего просто не пишу. Можно оставить необязательное поле. Зарплата от 1600 рублей. Режим работы. Свободный график. Тип занятости. Постоянная. Опыт не надо. С наличием автомобиля не надо. Контактное лицо. Вот я пишу. Так, это есть, есть, есть. Ну, пройдет или нет. Так, все прошло. Вот наше объявление появилось. Вот, значит, здесь можно бесплатно подавать до 3 объявлений. То есть мы можем сейчас еще 3 объявления подать. Вот стандартное бесплатное, да? Вот стандартное. Вот выберите. Ну, оно и так пошло. Все. Вот оно, наше объявление вот так выглядит. Поэтому да, обязательно вот вначале пишите как будто бы заголовок. Все, ваше объявление принято. После проверки модератора оно будет опубликовано. Вот все данные. И вот если человек хочет вам написать, он прям сюда вводит свое имя, или вводит, или не вводит, пишет, хочу там узнать работу. Сейчас я покажу, как это выглядит, когда вы получаете письма. И все. И вот еще объявление подобное выскакивает внизу. Это вот тоже мое объявление. Вот я сейчас покажу. Вот оно у вас повисит, например, бесплатное, сутки. Потом его надо будет редактировать. То есть вы заходите вот сюда, мои объявления. И вот у вас здесь есть все объявления активные. Вот 3 снятые с размещения, 4. Вот здесь они активные, снятые с размещения, они будут перемещаться. То есть там они повисели сутки, даже бывает и меньше. Вы сразу заходите, снятые с размещения. Вот, и что вы делаете? Вот он пишет, да, вот предлагает разместить. То есть оно сейчас отклонено модератором, поэтому не беспокойтесь. Заходите редактировать. Буквально меняете там 2 слова. Вот. Там бесплатное обучение. Еще раз напишем бесплатное. Точку поставим. Все. Сохранить. Все, оно разместилось. То есть активное вот уже пошло в 3. Вот девочка у нас то, что было за не размещенное, вот уже оно разместилось. Вот. Поэтому каждый день можете добавлять по 3 объявления и просто каждое утро их обновлять. Вот вы их обновили, все, и день, ну, дальше делайте свои другие дела. И вот я сейчас покажу, как они приходят на почту. То есть... Вот ваша, вот я хотела показать команда, да, этого сайта, ваше объявление отклонено. То есть вот так. Вы зашли, вот прямо на это, вот вас выводит, оно показывает, какие отклоненные, активные, снятые с размещения. Все, разместить, не просто кнопочку разместить, потому что сразу вам будет на предлагать платный вариант. Вон. И опустились. 2 слова поменяли и все. Бесплатное обучение. На дому, например. Сохранить. Все. Вот оно уже пошло дальше. Так, и я сейчас сразу покажу, я вот, правда, переместила, я сразу те люди, которые
просят, да, вот по объявлению информацию запрашивают у нас. Вот приходит Екатерина. Вот сообщение от пользователей этого сайта, да, объявление такое-то. Вот вам. Вот она написала сообщение, работа. То есть ее интересует работа. Вы берете ее email-адрес. Дальше мы идем в шаблоны. Вот письма для кандидатов. У меня шаблоны. Я немножечко его отредактировала. Вот наше письмо. То есть я вот первое прошу, чтобы посмотрели ролик. Вот, переслать. Я еще и не высылала. Это удалить. Вставляем ее email. Это выбираем. Отправляем. Вот. И подписываем на рассылку. Так, что здесь? Это не то. Все, поэтому по этим объявлениям, я думаю, все понятно. То есть и вы их сразу сортируете, кандидаты. Вот у меня кандидаты по объявлениям. Вот сколько людей, да, уже по объявлениям. Это я начала вот работать с прошлой пятницы. Вот пока все думают, у меня статистика, я на этой неделе уже скажу, какая будет. Вот у Людмилы Климановой статистика была на 14 запросов информации, 1-2 регистрации. Вот, поэтому у меня вот как раз где-то около 14 уже набралось людей. Посмотрим сегодня-завтра, какой будет результат. И еще одна доска объявлений, случайно я ее нашла, это Украина. Вот, ukrgo.com, вот такой сайт. Здесь тоже очень все, в принципе, удобно, и можно постоянно подавать объявления, каждый час по 5 объявлений. И тоже хорошо люди оттуда идут. Вот 3-4 запроса каждый день. Вот. И ну, только просто надо увеличить число объявлений. Вот и все. Так, здесь я зарегистрирована. Вот добавить объявление. Вот сейчас с этого я начну. И вы увидите тоже, где вы сможете зарегистрироваться. Это вот мои все объявления уже. Сейчас оно прогрузится. Добавить новое. Там то же самое, просто регистрация очень простая, буквально логин там и email и пароль, все, больше ничего там нету сложного. Выбираете вот область, да, там, например, Николаевская, тоже города побольше выбираем. Николаев, район, неважно, категория работа. Удаленная работа, заголовок объявления, например, дальше идем наши шаблоны. Это там у меня для мам было. Ладно. Не знаю, где-то потеряла его. Так, ну давайте пока то же самое вставим, поменяем то, что я вставляла. В принципе, то же самое все. Только здесь у нас Украина. Мы уровень вашего дохода от 500 долларов. Все, занятость, да? Требуются сотрудники. Все, есть. Дальше, опять же, выбираем картинку. Тоже можно две картинки. Три, сколько хотите. Мне не запрещают. Вот есть хорошая картинка с ребенком. Так, и вводим. Три. Опубликовать. Все.
все, его так мы не ждем, мы вот сюда обновить нажимаем, оно как, и вот здесь вам выскочит окно, там вообще должен текст выскочить, что ваше объявление опубликовано, но что-то он у меня уже не выскакивает, пока долго ждать, я сейчас обновлю все. И здесь чем еще удобно, то что вы видите, сколько просмотров было по вашим объявлениям. И вот те, кто работает в Украине, да, и те же, кто с России, вы можете без разницы зарегистрироваться на этом сайте и делать свои объявления полностью по Украине. Надо еще посмотреть, может такой же сайт есть и по России. Значит, смотрите, вот я начала давать, да, вот в прошлый четверг, когда там... числа. Угу. Вот смотрите, да, это Одесса была 40 просмотров. Вот одно объявление я подала в топ. Здесь получается 10 гривен на 60 дней. Я пополнила через мобильный телефон. Здесь есть вот баланс. Вот, то есть очень все просто. Вы здесь видите, сколько у вас там остается на вашем балансе. Вот 2 гривны у меня осталось. Поэтому ну, совсем недорого. И, конечно, ну, все-таки больше просмотров на платные объявления. То есть, ну, 10 гривен, 20 гривен на 2 месяца, я считаю, что это копейки просто. Поэтому вот оно так выделено, если оно в топе. Тоже сначала я его подняла в топ, потом модераторы одобрили и все. То есть оно, вот все объявления, которые у меня были, они все висят. Их не удаляют, их не банят, все нормально. Вот. И да, вот 62 просмотра, вот которая топ, 20 просмотров, вот Киев, 21 просмотр. То есть вы видите статистику. Видите, сколько, что, даже по какому городу больше, где стоит давать, где не стоит давать. И 5 объявлений в час можно делать. То есть, ну вот каждый день, если по 5 объявлений будете делать, будет очень хорошо. Можно больше. Так, и вот то, которое мы сейчас дали. Вот посмотрим на него. Вот, требуются сотрудники, работаем в интернете. Это не так сложно, как вы думаете. Все. И тоже к вам приходят письма от кандидатов. Это будет выглядеть приблизительно вот просто так. Да, вот, вот Никита, вот email, ответ на ваше объявление на ukrgo.com, работать с дома через интернет. Вам пришло письмо. Вот вы заходите, текст сообщения, жду подробности. Все, вы скопировали email, зашли в шаблоны, письма для кандидатов у меня отправили, все, чтобы у вас все было посортировано, потому что потом вот эти имейлы мы еще сможем их использовать. То есть те объявления, которые приходят из рук в руки российского сайта, они вот сразу начинаются с имени. Те, которые приходят с украинского, они начинаются с имейла. Вот. Поэтому все, девчонки. Желаю вам хорошей работы, чтобы быстрее были хорошие качественные регистрации и, конечно же, терпения и упорства. Все, всего доброго!